освободили Сталинград. Ну, еще завтра только будет. Да. Вы меня спрашиваете, что? По-моему, все знают, Сталинградская битва была. Мы выгнали фашистов с Волгограда. Разгром был. Как кого? Фашистов кого? Грандиозное событие, перелом всех дел Великой Отечественной. 2 февраля закончилась битва между нашими советскими войсками и нацистскими войсками. И Сталинградская армия всех замочила. Ну как же, Родимцев, Чуянов, да много кто. Чайков. Чайков, да, очень много. Сумилова, Чуйкова, армии были здесь. Маршал Чуйков, маршал Рокоссовский. В честь этих великих людей названы у нас улицы. Естественно, маршал Жуков.